В городском округе Люберцы в этом году отремонтируют более 1200 подъездов многоквартирных домов. На днях Владимир Ружицкий проинспектировал ход проводимых работ в микрорайоне 115-й квартал. Также совместно с сотрудниками управляющей компании и местными жителями глава округа осмотрел подъезды, которые нуждаются в ремонте. На сегодняшний день в городском округе Люберцы отремонтировано 287 входных групп. Например, подъезд дома номер 10 по улице Юбилейная уже полностью обновлен. Здесь покрасили стены, заменили почтовые ящики, установили информационные плакаты. Результат проделанной работы оценил Владимир Ружицкий. Ремонт делают качественно, потому что эти ремонты делает управляющая компания. Мы планируем в этом году отремонтировать 1298 подъездов. Я думаю, что, скорее всего, мы даже больше отремонтируем. А вот в другом доме по улице Шоссейная ремонт подъездов пока предстоит. Пожеланий и идей, как его сделать, у местных жителей много. Стены, как обычно, делают. И у нас пол там очень плохой. Хотя бы косметический ремонт подъезда сделать, поменять лифт. Большую и основную часть работ по ремонту подъездов выполняют сотрудники Люберецкого городского жилищного треста. А домами, которые находятся в запущенном состоянии, занимаются подрядные организации. Есть высотные дома, где есть так называемый черный ход. И там все переломано, бывают все двери и очень затратные. И мы отдаем подрядчику. А так 75-78% выполняем силами наших сотрудников. Это маляры ЖЭУ, это маляры ремонт производства управления, это электрики. 100% все наши. На ремонт подъездов многоквартирных домов в этом году выделят более 220 миллионов рублей. Это средства регионального и местного бюджета, а также управляющих компаний. А 5% от этой суммы оплачивают жители. Полностью завершить работы планируется к 1 октября. Луиза Егиазарян, Мария Лапычева, Никита Скраган и Дмитрий Родянко. Телеканал ЛРТ.